для начала я бы хотел вас попросить подумать о том, что у нас в области есть особо проблемное, и какие вы видите пути решения этих проблем, которые вам не дают спокойно спать. В законодательстве, там, в сфере исполнительной власти, там, не знаю, в сфере муниципального управления, ЖКХ, там, гражданского общества, все что угодно из того, что вы видите, потому что, безусловно, все, что вы замечаете, и то, что вы будете предлагать, это будет, я не сомневаюсь, очень какие-то качественные проблемы, да, и то, над чем надо будет работать.